Всем привет! Продолжаем прохождение Dark Souls 2. А, сейчас я запишу время. Все, let's go. Мы будем пробовать разные раскачки, разные виды оружия. Это 100%. То есть это не будет прохождение только с одним видом оружия. Нет, мы сделаем все по-интересному. Все, у нас есть наш меч. Пойдемте дальше. Мы пойдем, знаете куда? Пора нам уже сходить в Цитадель Железный, потому что... Сейчас, секунду. Потому что мне нужен доступ к кузнецу. Это первостепенная наша задача. То есть там мы возьмем уголь необходимый, да? Отнесем его к кузнецу, который мы в забытой крепости нашли. И он тогда сможет нам продавать нужные вещи. Ну и в первую очередь он сможет зачаровывать оружие, чары. Пока мы будем бегать с этим мечом... Кстати, я уже сказал, да, что мы будем менять постоянно разные раскачки. Поэтому в игре и были придуманы сосуды души. Тем более в игре есть способ, как их можно обузить. То есть эти сосуды можно хоть бесконечно получать и использовать. Я вам это все покажу. Тем более у нас класс нищего. Поэтому все наши показатели будут начинаться с 6. Блин, ей нужно 2000 дать, я забыл. Да. Вот он все говорил, уже ничего нового не скажет. Так, может быть у меня есть... Все, все понятно, пока. У нас нету душ. Хорошо, нам нужно 2000, видите, я их тратил на починку, да-да, я забыл. Ладно, сделаем следующее. Тогда быстренько сходим сюда, вот. Сейчас тогда убьем парочку рыцарей, да? Мы даже сделаем так, мы поставим колечко сюда какое-нибудь, например, вот это вот. Нет, долго мы так идти будем, сделаем по-другому. Сделаем вот так вот. Чтобы не тянуть ваше время. Нужно накопить 2000, да, я вот забыл про это. Сейчас мы сделаем это самым быстрым путем. Потом, когда мы к ней придем, кстати, она не просто непростая женщина. Там потом будет кое-что интересное, но тоже после. Потом, когда мы к ней придем, да, она откроет нам еще один проход. Ну что ж ты бьешь-то меня? Так. О, тоже 800. Я надеюсь, что в это время к нам никто не вторгнется. Давай, друг, иди сюда. Опа, опа, опа. О, успел меня даже задеть. Так, 1270. Сейчас еще быстренько убьем двоих и все, и пойдем. Давай, друг, давай, давай, давай. Ау! Ауч! Ауч! Ничего страшного, я уже специально поставляю. Нам главное быстрее убить и все. Все, еще один остался. Опа! О, промахнулся, молодец. Пускай он попадает по мне, ничего страшного, все. Все, бежим, 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 бежим. Потом я попробую еще один вариант раскачки, когда мы найдем кузнеца. Я хочу перейти в рукопашку. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что я уже говорил, что биться абсолютно голыми руками в этой игре очень легко, и это читерский способ. Тем более, если вы найдете кольцо, а то кольцо очень сильно увеличивает атаку голыми руками. Я забываю, как называется комендант. Давай сейчас мы глянем, по пути нам все равно идти нужно будет. Не гладиаторов, а как-то по-другому. Блин, ну вот почему-то постоянно в голове гладиаторов вертится. Чемпионов, да, по-моему? Это ковенант чемпионов, да. Да-да, вот он здесь по горе. Так вот, когда вы проходите до третьего ранга, вам дают кольцо, которое нереально сильно увеличивает атаку с рук. Но я не хочу, это слишком как-то неинтересно будет. Так, сейчас мы сделаем. Да-да-да. Потом есть еще один вариант, взять перчатки.
Эти перчатки самые дешевые, продаются в магазине, но там очень сильно это идет множитель, очень хороший. То есть там показатель А будет сила и показатель А ловкость. Это просто великолепные перчатки. Конечно же, хочется тоже вот взять самое лучшее, но я сделаю по-другому. То есть мы будем брать не самое лучшее, мы будем играть по хардкору. И будем играть через эту вещь, через эти когти. У этих, вот видите, когтей очень плохой показатель. С и Д. Это очень плохой. Но все равно я буду пробовать играть через них. Надо будет тогда. Сейчас посмотрим. Через них, да? Я не помню, а вот сила будет подниматься? А может, не будет. Если поднимется, будет более-менее уже лучше. По-моему, сила, да, это Б поднимется. Ну, короче говоря, будем пробовать другой еще вариант. Мы нашли меч офигеннейший, который я хотел. Это хорошо, он останется со мной навсегда. То есть мы в любой момент сможем обратно все вернуть. Я вам покажу разнообразие. Разнообразие. Сейчас самое главное быстрее нам прийти в железный цитадель, чтобы получить доступ ко всему. Этот мужик нам не нужен абсолютно, мы к нему не подходим. К нему подходите, только если вы интересуетесь магией тьмы. Нам до магии тьмы, как до луны, то есть нам вообще это не интересно. Так, идем дальше, собственно. Ты не просто так сидишь, засранец. Маленький оранжевый плод. Стоп, стоп, подождите, меня почему-то убивают. На. Да, что-то я немного забыл про это место. Уберем это. Кстати, я уже использовал все красные оки, просто потренировался. Наверное, из 5 раз только 1 раз смог убить. Так, ладно, ножички здесь рулят. Ой, не то, ну ладно, ничего страшного. Какой же он меткий-то, Господи Иисусе, какая же меткость-то, а? Для этого мало, мало, мало. Надо было купить еще ножички, да, на это минус. Ладно, еще один истратим. Что ж такое? Все, наконец-то я убил с горя пополам. Ну еще оставили здесь знак, ну пускай он будет. Все, let's go, let's go. А здесь что еще хочу попробовать? Помните, я говорил, продается кольцо именное, где выбираете имя Бога, я про него рассказывал. Все-таки я хочу попробовать его поюзать. Я потом еще про него расскажу. Может быть, даже это повысит возможность, что нас будут быстрее вызывать, когда будут оставлять. Я немножко не то делал, ну ладно. Open the door. Откройте, дяденька. На. Меня кто-то убивает. Полно же плута. Еще смотрите, еще я помню, когда я играл первый раз, проходил все, да? Я даже помню где. Я находил наручи, да? Эти наручи, что-то там был шанс, что один из ударов будет критическим. По-моему, так. Или вообще с одного удара можно было убить. Лучше потом посмотрим. Может быть, я эти наручи буду носить. То есть я буду носить свой сет и наручи, которые я вот хочу посмотреть. Ах ты! Ах ты плохой человек! Что ж ты кипишуешь? Спокойней, спокойней, мой друг. Меч шикарный. Видите, еще плюс в том, да? Например, если кто-то сзади вас стоит и вы бьете, вы тоже его дамажите. Потому что, видите, меч закругленный. Так, подобрали душу. Это хорошо. Нам сейчас нужны души. Я все уже истратил. Нож бандита. Это сейчас будем собирать, а потом будем разные раскачки пробовать. То есть я покажу... Ух ты. Но он не открывается, по-моему, да? Я вам покажу все стороны этой игры. Все стороны. Кстати, в PvP, да, я еще ни разу не видел лучника. Чистого, хардкорного лучника с ножиками. Так, давайте немного мы назад вернемся. У нас здесь тоже есть проход еще интересный. Подождите, а я не помню, куда нам идти нужно. Или сюда, или сюда. А, назад мы уже не вернемся. Все, идем, идем. Все. Просто здесь у нас тоже был еще проход. Ну ладно, пойдемте здесь. И еще я хочу вот это вот когти попробовать. Просто зачаровать в яд. Да, я это делаю уже, это я знаю.
Ну, видите, там тоже свои нюансы. О, я заговорился, что-то я даже не обратил внимания, что меня убивают. Вот видите, да? Он быстрее меня бьет, засранец. На. О, ПВП. Короче говоря, зачаровать в яд. И еще. А, я вот вспомнил. Давайте кому-нибудь поможем, кто-то вызывает. Я вспомнил, что в Коменанте Крысиного Короля там не просто вас призывают, вы можете призывать фантомов, находясь на территории. Там еще, по-моему, прибавка плюс 50 к яду. Ну, видите, я много раз пробовал атаку ядом, всегда в ней разочаровывался. С нами даже никто не поздоровался, мы поздороваемся сами собой. Темное местечко. Блин, то прогуляемся. Не знаю, зачем я оставил мелок. Кстати, я его случайно оставил. Я хотел туда ножичками стрелять, я случайно оставил мелок. Ну, мы, видимо, долго будем. Может, это, уйти? Наверное, давайте я уйду, да? Реально, здесь до босса далеко идти. Ой, как далеко. Нет. Зря я вот случайно мелок оставил, надо было его убрать. Это все фигня. До босса здесь, ну, не близко, да? Мы уже сами давайте дойдем. Хорошая способность возвращаться. Кстати, когда я играл первый раз, я не знал об этой теме, что можно себя возвращать обратно или кого-нибудь другого. Не знал, представляете, да? Представляете, как можно так жить? Так, ядовитый мох нам нужен, это хорошо, потому что скоро будет локация неприятная. А, нам предлагают прыгать. Ну хорошо, давайте прыгнем. Уберем эту фигню, она вообще бесполезная. Я ставлю, знаете, в надежде, ой, вдруг поможет что-нибудь. Вот, видите, хорошо. Все, как я и хотел. В любом раскладе нам нужно идти в эту сторону. Вот сюда вот идти нам нужно. В любом раскладе. Так что идем дальше. Идем, идем, идем. Попробую все-таки, да, кольцо. Мы все попробуем с вами. Я вам все секреты расскажу. Здесь, кстати, сейчас будет эта засада такая из одного человека. Ладно, все, он упал, разбился. Вот еще одна плюшка, да, но за ней я еще так ни разу еще не допрыгнул. Я раз пять пробовал и падал. Кстати, многие то пробуют, они промахиваются. Ну, даже пример. Смотрим на счастливчика. Вау! Перелетел, смотрите, нехило так. Хотя бы он долетел, это уже похвала. Так, треснувшее очко нашел, нормально. А ты как погиб, расскажи, мой друг. Тоже пробуешь, да? Нет, нам бы прыгать, он не прыгнул. Так, здесь мы должны обойти. Мы потом с вами попробуем обязательно. Сейчас я опять хочу найти кузнеца, чтобы у нас был доступ к оружию, чтобы мы могли кайфовать, пробовать разные раскачки, чтобы вы видели, в первую очередь. Я думаю, далеко не все обзорщики, ну не обзорщики, а леспо, это, леспоищики, да, в одном прохождении показывают множество разных раскачек. Все, идем дальше. Так, ага, нам идти не близко. А потом у нас будут локации небольшие, так что идем, идем, идем. Локация интересная. Здесь мы увидим новых юнитов. Так, сейчас, наверное, будут опять вонючки эти. Наверху. Бабочки. Иди сюда, мой друг. Ох ты, убийца. Здесь опять же много этих, да. Нежити много и воришек много. Например, вот так идешь. Помню, здесь засада, вот он, видите, и сидит такой. Ага, раскрыл я тебя, дружок. Так, огненная бабочка. Угу. Большая душа. Как ты погиб-то, интересно? Я даже не могу догадаться. Ну-ка, подобрал, подобрал, побежал, подрался и убили. Засада, смотрите. Как я и говорил, то есть он сначала пошел на плюшку, взял плюшку, да, а этот вышел из засады и убил его. Эх, новички, новички. Так, опять у нас страшная смерть, видите, он ногой в землю провалился, и все, он бы так всю жизнь теперь. Даже не всю жизнь, а веками. Бедный. Что поделать. Так, бежим дальше, нам сейчас надо идти направо, вот он, пуч, пуч, пуч. Оха, ох, ох, ох. Ох, ох, ох. Пуч же, конечно, неприятный, неприятный. Кстати, я, по-моему, это у него должен выпадать меч. Есть такой меч красивый, Пуджа. Давайте сейчас мы быстренько
А, сейчас опять вонючка будет, а вверху бабочка. Вон она, да, сзади. Быстренько зачистим, здесь все равно тупик будет. Прыжок. Удар. Опа. Все, казнил. Ага. Моргенштерн. По-моему, у нас уже есть такая фигня. Ничего интересного. Рычаг впереди, можешь помочь ключ. Здесь рычага нету, не нужно нас обманывать. Сейчас мы идем в эту сторону, да, и в этой стороне будет тупик в любом случае. Поэтому можно сюда идти спокойно. Блин, я думал, здесь может что-нибудь быть, ну ладно, все, идем дальше. Локация, в принципе, тоже небольшая. Вот я хотел, ладно, зря, ну ладно, нормально. Ароматная мазь. О, кстати, ароматная мазь офигенная, обожаю. Это вот, я уже рассказывал, наделяет ваше оружие. Кстати, у нас, видите, еще хорошее сопротивление из-за сета нашего яду, хорошее сопротивление. Ой, нет, плохое сопротивление яду. Дальше ничего страшного не произошло. Конечно же, если прям встать под него, как бы отравились в любом случае. Но это ерунда. От этого еще никогда в жизни, по-моему, никто не умирал. Но если кто-нибудь умер от этой фигни, то это неудачник, 100%. Все, здесь мы сейчас только были. Все, идем вверх. Скоро мы эту локацию уже пройдем. Мы пришли уже одну третью. Ой, дружок, привет. Прокаст, молодец, молодец. Стрелы летят, стрелы. Все-таки хочу попробовать реально рукопашками. Так хочется прям пах-пах-пах. И заметьте, рукопашку не самым сильным оружием. Нет. А наоборот, слабеньким оружием. Но сделать акцент чисто на яд. Увеличение яда и так далее. И попробовать одеть перчатки, да? С критом. Да кто там орёт-то? Во. Медленно, видите? Медленно бьем, очень медленно. Так, еще одна фигня. А, рычаг, да. Так, стоп, подожди. Мне засаду устраивать не надо. И, по-моему, еще должен быть домик, куда прыгаешь с крыши. Это мы сейчас опустили мост. Здесь сейчас еще домик должен быть. Да, вот он. Опа. Такой-то звук был, ну ладно. Ядовитый мох. Да, нам нужен мох. Мы потом будем полностью зачищать территорию. Зачистка. По-моему, тут стреляет из лука. О, все, полетели. И идем дальше, идем дальше, идем дальше. Где ты? Вот он ты. Сообщи, это было, подождите. Знак, да, чей-то? А, там, по-моему, знак на босса. Да уже все, сдохнул ты. Вот он, босс. Мы сейчас идем в другое место, мы проходим линию, да? А вот там еще у нас будет босс. Чтобы на него пойти. Мы потом его убьем, в любом случае, мы все это пройдем. Но мы делаем это все в свою очередь. То сейчас на него смысла нет идти. Там, кстати, ковенант будет. Кровавый ковенант, по-моему. Ну-ка, а если мы здесь что-нибудь оставим? Видите, потихонечку вот лайкают сообщение, но мало. Блин, напишем, может помочь действие сесть. А есть сесть? Нет, блин, ну, жест, может захват. Ну ладно, может помочь захват. Я надеюсь, поймут. Может помочь захват. Жалко, почему сесть-то нету? Ладно, сейчас нам здесь нужен ключик, но у нас его сейчас нету. Во! Мы увидим того человека, который потом будет драться с Пейтом, да? Это будет еще одна сюжетная линия. Ты плохой человек, запомни это навсегда. Сейчас мы все пройдемся, потом нам будет вернуться обратно, да, чтобы костер активировать, потому что дальше будет босс, я не хочу просто так подыхать. И мы там зачистим еще скелетов. Да, хорош, хорош. Видите, вот минус вообще всего оружия в этой игре, она очень медленно бьет. Поэтому зачастую в рукопашку, видите, это хорошо, когда побежал, сразу же ударил и все. Здесь тоже сейчас будет куча мала, по идее. Вы видите, я даже не успеваю ударить, он быстрее меня бьет. О, вкусняшка.
Вот, да, засада, как я и сказал. Ага. О, 10 ножей отравленных, отлично. Просто белиссимо. Все, бежим, бежим дальше. Скоро мы уже найдем ключик. Но в любом случае надо будет вернуться, чтобы зачистить всю территорию. Именно с этой стороны. Того босса мы пока трогать не будем. О, как неприятно. Увидите, да? Вот успевает меня ударить, да плохо. О, стоп, стоп, стоп. О, тю-тю-тю-тю. Все, нашли мы ключик. Давайте еще быстренько вернемся обратно. Это обязательно нужно сделать. Гоу-гоу-гоу. Я хочу хоть раз это прокачаться чисто в силу и в ХП. Вот ни разу такого не делал. Я собирал танков, там я очень много прокачивался в доспехи и так далее. Здесь я не хочу такого делать. Чтобы реально была огромная полоса красная такая ХП. Потому что в этой игре такая особенность, да, что чем у вас больше ХП, тем длиннее полоса красная вверху слева. Чем больше выносливость, тем длиннее зеленая полоса. Это вот мы видели. А, ладно, я молчу. Ага. Прикол в том, да, что они потом будут драться. Те, кто проходили, они это знают. Но почему-то я вот несколько раз играл, много раз играл, да, но я говорю, что полностью проходил только один раз. Я всегда почему-то выбирал сторону Пейта и убивал этого. Но теперь мы сделаем абсолютно наоборот. Мы убьем Пейта и выберем его эту сторону, этого мужика. Хотя разница, в принципе, невелика. Сейчас будут, кстати, у нас скелетики. Так, полиция. Но вообще лучше сначала убить, конечно, того, кто их вызывает. Темновато, темновато. Мне сейчас еще солнце освечивает. Нет, не сюда, не сюда, не сюда, не сюда. Ой, как больно. Вот он, здесь того стоит. Все, убили, отлично. Прыжок, прыжок. Будет прыжок, нет? Ой, как больно нам, смотрите. Ой, как больно. Отлично, все, я отрегенился, жив-здоров. Опа! О! А вот такой заход. Прыжок. Да я в любом случае тебе ударю когда-нибудь, все. Когда вот вы деретесь с ними, да, в первую очередь нужно убивать некроманта. Некрономикан. Да я даже не хочу прыгать, не хочу, просто не хочу. Все, убили. Давайте посмотрим, что он дальше здесь. Лучше, конечно, было зачистить факелы, ну ладно. Ну, в смысле, зажечь. Да, туда мы не выйдем, мы потом с другой стороны там обойдем. Еще где-то здесь была плюшка. Вот здесь, наверное, будет плюшка. А, здесь будет мост. Привет, мой друг. Был друг, нет друга. Бежим, 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 бежим. О, молодец, видите, да? Как стреляет хорошо наперед прям. Выходи. Вообще, ну вот мне это реально очень не нравится. То есть, когда я бью, он быстрее меня бьет. Хотя самое главное, видите, что он сильная атака. Кстати, да, помните, как я убивал драконоборца? Там вообще такой дамаг шел. А если бы я еще кровотечение прокачал?
Это было бы жестко. А, это у нас по сюжетной линии, да, запланировано. Это не просто тот пришел. Да что ж тебе надо, тварь, а? Уходи! Я не могу, видите, просто не могу. Он стоит. Это тоже мне не нравится, что очень долго он стоит и думает, что же делать. Надо уходить или не надо? Опа! О, вот и все. Ну, это было несложно. Так, ух ты, мантия жрицы. Что-то я не помню такого. Сломанный меч вора. Надо убить, пойти босса. Так, мантия жрицы. Ха. Короче, просто мантия, как я понял. Даже эффектов нету. Ну что ж, давайте никого призывать не будем, а попробовать убить самим. Ну, этот босс, он, в принципе, не сложный. Кстати, здесь есть такая фигня, которую нужно знать всем. Во-первых, там три босса мага. Мага, который стреляет огнем, убивайте в самую последнюю очередь. Во-вторых, когда вы убиваете любого из них, появляются крипы. Убиваете первого, появляется крип с двумя мечами. Много крипов с двумя мечами. Скелеты. Когда убиваете второго, появляются скелеты с щитом и с одним мечом. Убиваете мага, самое страшное, появляются скелеты-колеса. Вот ошибка моя и многие, кто играют, да, они вначале убивают мага. Потом вначале появляются скелеты-колеса, и они потом вообще не дают вам жизни никакой. По-моему, скелет-маг, он сидит в самом крайнем месте. Так, что у меня есть? Маски есть какие-нибудь? Есть, давайте возьмем. Не будем экономить. Хилка есть. Ну что ж, давайте попробуем. Я надеюсь, что все получится. Сразу же бежим. Вот, последний там сидит маг. Мы начнем с этого. Видите, у него коса. Все. Смотрите, мы убили одного, пока мы больше никого не убиваем из боссов. Просто побегаем, побегаем. Если мы убьем сразу... Это несколько человек, да? Сразу многих. У нас будет проблема, да? Очень много скелетов будет. Как же больно ты бьешь. Самое геморройное, да, когда вы убьете и появится скелет, это будет вообще такая попа. Ой, скелеты колеса появятся. То есть они будут это все время это ездить будет. Сейчас, в принципе, можно ударить по двоим сразу и убить этого, потому что скелетов я убил всех. Сейчас будут скелеты с щитками и с мечом. По-моему, с мечом, да? Где? Можно их бить, пока, видите, они появляются. Уже можно бить. Вот они. Ага. Все. Видите, как грамотно все нужно делать. Вы видите это? Остался последний. Маг. Сейчас появятся скелеты колеса. Тоже старайтесь их убивать, когда они только начинают появляться. Я пока ничего не вижу вообще, где они. Вот они. Так, убили. Убили, отлично. Отлично, все, осталось последний, да, правильно? Вот он. Пока, друг мой. Ну, как-то так. Это было слишком легко. Все, получили душу, нашли кортик. У меня вроде уже кортики есть. Кортик, вот он кортик. Фигня полная. Вот таким образом мы убили абсолютно легко. Можно сломать стулья. Угу. Вы видите, какой у нас хороший дамаг. Я знаю, что оружие великолепное, я уже говорил, да? Но все равно я хочу попробовать рукопашку. Если не понравится, то я вернусь на это оружие. Оно никуда не денется, не забывайте. Мы его продавать больше не будем никогда. Все, здесь мы свое дело сделали. Давайте сейчас мы сюда зайдем. Здесь у нас есть скелеты. Тут у нас есть скелеты. Можно попробовать даже сделать вот таким вот образом. О, у нас здесь эта фигня есть. Зажгем факел, да, потому что здесь темно. Мне это не нравится. Я посмотрю, будет ли он с одного удара убивать? Убивает, это хорошо. Давайте убьем парочку человек. Ну, не человек, конечно, это пару скелетов.
Все, теперь нам нужно бежать и прыгнуть. Так, неудачно, молодец. Опа. Так, тихо-тихо. Отлично, так, выпиваем. Стой, стой, стой! Я думал, я его убил, извиняюсь, ладно. Бывает такое. Тихо, тихо, тихо. Все, выстрелил, можно прыгать. Эх, они знают мою слабость, что я постоянно падаю. Все равно мы сделали все идеально. Давайте зажжем. И все, локация зачищена на 70%. Потому что будет один босс, я говорил, и все. Но мы же к нему не пойдем, потому что он нам абсолютно не нужен. Абсолютно. Там будет Ковенант. Ковенант. Другими словами. Но этот Ковенант нам не нужен. Все. Все, мы все сделали. Эту локацию мы прошли. Идем дальше. Сейчас будут у нас ядовитые локации, и мы скоро будем в Железной Цитадели. Ядовитые локации тоже хорошие локации, мне нравятся. Там босс такой сложноватый, но... В принципе, мы можем ее унизить. Первое, нам нужно будет оружие чем-нибудь смазать. Ладно, все, это уже другая история. Бежим, бежим, бежим. Очень грамотная. Вот я вам все рассказал, да, про этих боссов. Их убить, видите, очень легко, если все сделать грамотно. Самое главное. Нужно делать все правильно, с умом. Просто я помню, как я мучился, когда первые разы проходил. Ой, это ужас. Я, короче, убегаю, у меня дубина была, да? Я ее пару раз собирал, пару раскачках. Я вбегаю, сразу минус 2 делаю. Убиваю мага еще какого-то. И появляется такая куча скелетов. Потом появляются скелеты в колесах. Меня просто начинает сносить. Я не могу вообще ничего сделать. Все, бежим, короче, дальше. Мне показалось, что ему тяжело, нормально. Угу, открываем механизм. Тем более, у нас есть факел. Он час 26, он будет работать внизу. Слева, видите, час 26. Можешь помочь двухручная. Оружие хорошее, конечно, да, мне очень нравится, великолепно. Можно два меча взять в руки. Опять же, максимально сильная раскачка за это оружие будет зачаровать его в огонь и использовать огненное оружие. Пиромантию. Пиромантия? Огненное оружие, короче, использовать. Вот это будет самый эффективный вариант. Там будет такой дамаг сумасшедший. А у нас все равно есть кольцо таракана. Все, мы пришли. Сейчас будет здесь сидеть девушка. Давайте мы с ней поговорим сразу. Она потом придет к нам в деревню. I came here in search of rest. The place is nothing like I was told. Don't just go happy. These stones may look. Some of them are used to smith weapons and arms. Ну все, больше она ничего интересного нам не скажет, я помню. Я потом про нее расскажу. Это не просто НПК. Угу. Во-первых, видите, что она продает. Осколок титанита, да. Мы можно было бы сейчас купить, но смысла нет, потому что смысл есть. Мы купим сейчас. Пускай будет, вдруг мы там просрём все души, хотя такого никогда не будет, ну ладно. Все. Пускай, все, она нам больше не нужна, она в любом случае уже перейдет дальше к нам в деревню. Здесь у нас есть костер. Ну, само собой, когда мы пробегаем, мы здесь будем отравляться. Вот видите, хорошее сопротивление, это довольно хорошее. Если учесть, когда я играл другими раскачками, то ты пробегаешь, у тебя больше половины сразу автоматом дамажится. Так, мы хилимся. Запомните, хилимся, живем. Можем, кстати, еще... А, ну ладно, смысла нету. Но можно было еще попробовать сет этой девушки, которую я говорил. Ну, думаю, конечно, другая уже история. Так, да, сейчас самое интересное, это вот... Это бегание по отраве. Значит, мы уберем, наверное, факел, он здесь не нужен, я думаю. Я же настроил нормально, только экрана. Давайте так сделаем. Пускай будет лучше светлее, чем темнее, потому что
Я уже в свое время намучился в безлюдной пристани. Вообще ни хрена не видно было. Собственно говоря, вот наша локация. Очень интересная локация. Она небольшая. Ну что ж, начнем. Кстати, здесь мы встретим этого Гавлак. Ну, короче говоря, торговца встретим. Это очень важно. Если мы его здесь не встретим, он не уйдет потом в двери Фараса. Там он будет навсегда в двери Фараса. Хочется убить эту фигню, но он дамажит очень больно. Вот вы видите, помните, я говорил, да, сейчас? А? Вы поняли, да? Хотя, самое забавное, знаете, что до этого он всегда убивал с первого удара. Сейчас он убил не с первого удара. Стареет. Все равно я хочу его унизить. Я хочу тебя унизить, понимаешь? Ты будешь унижен мною. Кстати, у нас реально очень хорошее сопротивление идет. Теперь наша задача какая? Во-первых, мы уберем оружие. Во-вторых, используем эту фигню, хотя она, как по мне, бесполезна, но ладно. Увеличиваем сопротивление яду. И пойдем потихонечку собирать плюшки. Блин, ну что ж ты тебе надо от меня? Все, идем, собираем. Не будем бояться, что мы отравимся. Собираем обязательно все, запомним. Здесь очень много осколков. Видите, мы кушаем, да? И сразу же полностью снимаем весь яд. Опа. Отравленные ножи. Очень хорошая локация. И не забывайте, господа, здесь работает. Здесь можно постоянно сжигать черный уголь. То есть постоянно будет появляться вся эта фигня. Отравление. Скушали? Нет отравления. Все нормально. Ага. Нужно собрать все. Шелковистый камушек, бесполезная фигня. Ну, от него, в принципе, есть польза, да? Так, давайте скушаем. Польза от него есть, если, например, обменивать, и вот здесь будет гавлан. И вам выпадет осколки титанита. Ну, разные осколки, там большие могут мерцающие и так далее. Где ты, друг мой? Где ты? Это враг, надо его убить. Нет, это не враг. Я пошутил, такого никогда не делайте. Это очень страшная история. Ароматы. О, ветка Булого. Когда-нибудь. А, ну у нас есть ветка. Мы еще используем ее потом в забытой крепости. Кстати, я надеюсь, это не мимик. В этой локации еще можно использовать факел. Можно использовать факел, да? Для чего? Есть места, где очень густой зеленый дым. Там вообще ничего не видно, я вам потом покажу. Вы легко можете заблудиться и сдохнуть. Такое уже было, я проходил. Ладно, я поверю. Так, что у нас здесь? Грубый камень. Ну, не знаю вообще, хоть кто-нибудь зачаровывает оружие в грубный, это, грубым камнем или мягким камнем, без понятия. Хотя потом посмотрим, мы что-нибудь придумаем. А, нет, подождите, можно зачаровать. Интересно, а можно ли зачаровать мягким камнем и потом сверху ядом? Надо попробовать. Потому что, ну ладно, это другая история, я потом расскажу. А, да, он нам ничего нового больше не скажет. Так, увеличить баланс. Хорошее кольцо. Для ближнего боя тоже очень хорошо, но не сейчас. Один дротик? Один? What the fuck? Ну, я-то оружием. Смысла нет. У нас оружие, видите, такое очень сильное, но оно медленное. Так же, как и любое оружие, оно медленное. Ядовитый мох, это так дорого. Он стоит, что он не стоит того. Продать вещи? Не знаю, мне даже неохота ничего продавать. Что продавать-то? Нечего продавать. Вот есть 60 штук. Во! Ну, продадим кольцо, у нас два кольца, правильно? Логика нет в этом. А, ну, видите, это все мелочи. Давайте, в любом случае, я смогу продать потом двери Фараса, да? Сейчас это будет тупо потеря времени. О, видели, блин, я аж что-то испугался. Я думал, ты такой. Так, подобрали факью. Факью подобрали. Вот мы залазим наверх. Еще раз наверх. Подбираем плюшку. Урна порчи. Кстати, я когда первый раз играл, я быстренько прочитал урна мочи. Ну, в принципе, похоже. Урна порчи, урна мочи. Если бегло прочитать.
Он, по идее, не должен попадать. Он попадает. Он не должен попадать, но он мне попал, ладно. Придется писать разработчикам, что баги в этой игре. Ладно, я пошутил, багов нету. Попал так попал, ничего страшного. Все, бежим дальше. Нужно быстренько пробежать. Там за ним будет костер. Поднимайся, братюня. Оп-оп-оп-оп. Кстати, у нас же есть ножички, не забывайте. У нас есть ножики яда, и они хорошо пробивают ее. Видите, они очень злые, очень злые. Все, мы шли, пока мы за это зачистили абсолютно все, ничего не пропустили. Ну, красота какая. Так, что вы хотели? Свободен. Мой любимый способ. Знаете, это называется медленная смерть. Еще разок. Активируйся. Не, смотрите. Да ладно, у него иммунитет к яду, да? Все, понятно. Этот вариант отпадает. Ну-ка, интересно, а у них атака написана? Даже атака не написана. Ну ладно. Так, ну нам нужно его убить. Как вариант можно сделать так. Ой, ой. Это было, видели, как мужественно, да? Блин, ну дамага, наверное, что-то маловато ему. Хотя, нам убивать его не надо, мы просто пройдем мимо и все. Смысла его убивать нету, там ничего полезного не выпадет все равно. Все, активируем костер. Еще один костер, хорошо, идем дальше. В следующем выпуске мы в любом случае убьем босса. Вот уже хорошее место. Сначала мы пойдем сюда. Здесь у нас будет ловушка. Да, здесь еще такой прикол есть. А, вот он. Да. Это не так. Он не просто вышел, да? Угу. Хорошо, сделаем так. Сначала нам надо убить западню. Сейчас будет западня. Зачаровывать оружие нечем. Блин, это будет нелегко, но попробуем. Опа. Да. Давай, пуш. Это, видите, как это будет геморройно, конечно. Прыгай, братюня, прыгай, прыгай. Еще есть куда идти. Ты тут лишний, чувак, лишний. О, как больно-то! Ой, больно! Камон, камон, бейба, иди сюда. Успел, так, хорошо. Я сделал минус 2. А, минус 1, да? Ну ладно. Нет, минус 2 я сделал. Вот он, минус 2. Угу. Удар, отскок. Не получился отскок. Ой, как это опасно. Это уже реально опасная игра началась. Помогите кто-нибудь. Так, отходим. Поднимайся, друг мой. Подруга дней моих суровых. Золотая цепь над убитом. И днем, и ночью. Кот ученый. Блин, больно, больно, больно. Опа, прыжок. Давай, друг мой, слази. Ага. Осталась еще одна жертва. Ой, какой он злой-то. Опа. И тебя тоже туда же. Опа. Кстати, у него повязка, видите, эта повязка увеличивает шанс найти предмет. Я ее хорошо помню. Мне не нравится, что у меня мало ХП. Давайте не будем рисковать. Это был не риск. Карусель, карусель. Блин, видали, какой у него удар есть? Засранец. Сделал круговой удар. Все, пошли дальше. Так, зеленый цветок, выносливость. Ничего интересного здесь не написано. Так, простата. Ничего здесь нет у нас. Ничего нету.
Но у нас с простатой все нормально. Так, лунный серп. Вот это что-то интересное. Так, там кто-то ходит, пугает. А, это его серп, смотрите. Прикольно. Коса. Ха. Нифига он большой. Не так, одной рукой слишком медленно. Интересно. В принципе, неплохая тема. У него показатель ЕБ. Но при апгрейде, при улучшении, показатели могут измениться. Ну ладно, в любом случае это не наше. Но я вот говорил, помните, что может выпасть? Или нож его, или эта фигня. Где-то я видел, по-моему, этого пуджа с ножом. Все, идем дальше. Быстренько все забираем, все плюшки. Большой осколок титанита. Как раз нам нужны большие осколки для апгрейда доспехов. У нас, да, у нас будет нецельный сет. То есть он будет весь черный, но руки мы сменим. Тем более, когда мы будем одевать перчатки, руки все равно не видно. Перчатки. Ой, ну в смысле... Короче говоря, когда мы будем брать в руки наши крюки, да? Наши перчатки не будут видно в любом случае. О. О. Какое хорошее место. Мне оно нравится. Еще одна ветка блога. Хотя от них уже толку нет, все равно. Куда? Так. Чего-то я не хочу пробовать. Жалко, здесь нельзя проверять, можно прыгать или нет. Угу, все, здесь мы уже были. Идем дальше. Там еще один будет секретик. А, вот еще одна дверь. Там будет еще один секретик. Я его ломал как-то давно. Находил. Там надо будет сломать стенку. По-моему, это здесь. Я вот не помню точно. Вот эта фигня, вот эта вот филиам скептика, да? Она нужна, чтобы... Что? То есть я сюда не выйду, да? Ну ладно. Она нужна, чтобы уменьшать требования заклинаний. Например, для какого-то заклинания нужен интеллект там 20. Вы используете эту фигню, интеллект нужен 19. И так по одной штучке. А, сюда можно только зайти. Блин. Вот здесь, видите, здесь сложнее. Там есть секретная стенка. Нам нужно, чтобы он нас не убил. То есть нам бить его не надо. Ну иди сюда. Грязь. Он должен, по-моему, ударить рукой, да, именно рукой. Ты будешь меня бить руками, нет? Ты вообще рукопашку дерешься? Стоп, я не пойму, может, его надо ударить? А куда еще проход? А. Он дерется руками. Да, давай, братюня, сюда иди. Ко мне, детка, иди сюда. Че ты не заходишь-то, не могу понять. Иди сюда, иди. Давай, давай, ближе, ближе, ближе. Блин, сделать бы с одного раза. Ну что ж ты не подходишь-то? Вы сами все видите. Да, это больно, это больно. Фу, как мне везет, что он не убивает меня с одного удара, а? Нет, нужно сломать. И самое забавное, что сломать может только он, как ни странно. Да что ж ты издеваешься надо мной? Во, давай, давай, ну иди сюда, бей меня. Что я смог это сделать? Теперь мы его убиваем. Это уже лишний материал.
Надо сделать все аккуратно. Да блин, а? Один удар, дайте мне сделать. О, хоть не убил меня. Пока. Все. Фух, вот такая вот у нас заварушка была. Но мы нашли плюшки зато. Так, лучистый самоцвет, гладкий шелковистый камень. Факел. Душа. Души нам нужны. Старая пика рыцаря. Старый большой щит. Нас... А, мы находили старую алебарду рыцаря. Очень хорошая алебарда. Наша пика тоже хорошая. Пика, пика. Окей. Я вот не помню, что будет дальше сейчас. Камень яда, гнилая смола. В принципе, камень яда мне нужен в любом случае. Гнилая смола, это тоже смазка. Да, это трава. Хорошо. Давайте попробуем сделать таким способом. Сделаем вот так, потом сделаем вот так. По-моему, должно помочь. Это по логике, да? Поможет или нет? Да, видите? Ага. Кстати, у меня даже не травит. Смотрите, что это за бред? Почему я не травлюсь? Что это? Первый раз такой, смотрите, я не травлюсь. Неужели факел? Странно. А теперь начался травиться. А, я, наверное, не везде просто травлюсь, да? В принципе, не важно. Мы можем спокойно идти, ничего не бояться. Нам все равно. Мы бессмертные. Не забывайте, что мы бессмертие у нас есть. Видите, я все уже собрал. Все, что можно. Еще здесь есть где-то дырки, да? Вот дырка есть. Туда, ну, мы слезем туда. Ага. Да, все собираем. Запомните, для этого и нужна эта локация. Так, здесь ничего интересного. Подождите. Сюда мы еще придем. Еще вот сюда вот я хочу спрыгнуть. Увядшая душа. Угу. Кто-то здесь, видите, умирает и пишет такие разные надписи. А, здесь мы были уже, да. Все. Официально эта часть зачищена полностью. От начала и до конца. А мы идем дальше. Угу. Здесь ничего не лежит, да? А, вот туда мы еще сходим. Давайте сходим туда. Блин, на балфаке его это не потушать. Не потушать, не потухать. Не туши. I'm француз, не забывайте. Так, все, давай, давай. Еще раз. Ладно, сделаем тогда так. О, зря я его потушил, реально. У нас еще 8 бабочек, это много. ХП у нас нету, это очень плохо. Блин, я хочу все собрать. Пошли вы в жопу. Я им говорю. Плюшка, помогите, я собрал титанита. Ой, не то. Теперь мы вернемся обязательно и пойдем еще раз. Потому что я истратил все хилки, а мы по дороге убивали только ненужных. Все, отлично, идем дальше. Все, очень хорошо забрал, много полезностей, очень много. Обломки всякие разные. Дротики. Души. Этих мы убивать не будем. Я туда заходил, да, заходил. Так, туда, подождите, там прохода вроде нет. Этого мы должны убить, но его легко убить, по-моему. Ай, блин, да, двойной удар. Ну, его несложно убить. Кстати, да, их можно фармить, из них выпадают осколки титанита. Это когда бежит, он сейчас ломает горшок. Видите, я травится. Смешно, да? Раз. Один удар. Нормально. Сейчас слева будет еще один. Ой-ой-ой-ой. Я разбушевался. Не забываем, что здесь у нас кувшины с ядом. Иногда бывает, я впадаю в ярость, не могу сам себя контролировать. Здесь тоже стоит один мужик, надо аккуратненько подойти вот так.
Не получилось аккуратно. Ой, все, все, убегаем. Ничего страшного не будет. Не забывайте, что у нас есть чудо. Опа. Но он сдохнет 100%. Зря ты, мужик, разбиваешь все, конечно. Вот ты хулиганишь, да, теперь... Теперь ты труп. Не нужно было хулиганить, не надо. Все, идем дальше. Отрава, что-то не хочешь спадать. Давай, спадай. Здесь у нас, в этой стороне, будет ковенант солнца, да? Туда смысл идти... Ну, давайте сходим, ладно. Нам нужно будет убить одного пуджа. То есть, если вы хотите вступить в это ковенант солнца, а это нам не нужно вообще, то вам сюда. Все, что они делают, да, им нужно помогать другим. Им нужно много помогать другим. Раз. Чтобы заслужить награды. Но здесь на третьем рейте ранге выпадает очень сильное заклинание. Это, по-моему, ну, солнечное копье, да? То есть, есть просто молния, есть большая молния, а вот это уже идет третья, огромная солнечная молния. Здесь ничего впереди нету, полное вранье. Всю игру вот, обман. Но мы сюда вступать не будем по одной причине. Ни малейшего смысла нет. Кстати, кольцо ихнее, да, этого солнца, оно увеличивает силу чудес. Молнии — это тоже чудеса, не забывайте. Это будет вам полезно. Если вы стреляете молниями, я через это проходил. Я говорил, помните, что я молнии прокачивал там за 750 атака была. Очень сильно. Я убивал практически всех с одного удара. И именно этими молниями, кстати, я убивал последнего босса. Там, который огромный дракон. Ой, не последнего босса, а именно дракона. Последний босс там будет женщина. Женщина с косой. Ну, какая? Мутанта, короче. Кусок мутанта будет с косой. А вот будет у нас в замке дракон. Хороший такой дракон. Вот его я молниями так забивал. Ой, было время. Опа. Ты хочешь ПВП? Стоп. Я сейчас могу ливануть. А, еще удар хотели, да? Молодец, правильно. Кстати, из него, по-моему, еще ни разу не выпадал молот. Я в свое время пытался подобрать его молот. Я много-много раз проходил, убивал их всех там. До тех пор, пока они не исчезали. Но молот ни разу не выпал. Скорее всего, это молот не игровой, он не будет выпадать, к сожалению. Просто у него такая анимация, когда он бьет, он, по-моему, еще какая-то ударная волна у него. Так, где-то здесь будет камень Фалоса, надо будет, Фароса. Ага, если я упаду, у меня есть кольцо кошки, есть эта фигня. Давайте попробуем. Не люблю я прыгать, не люблю! Я сдох! А, смотри, как интересно, кольцо кошки не помогло. Ну, ничего страшного, давайте я перемотаю. Так, ну вот я пришел, здесь два шага идти. О, я забыл про этого моего друга. Подруга дней моих суровых. Да, я еще забыл, здесь еще есть секретка. Чуть не забыл, вот она. Хотя многие, кто играют, они идут так поверху, типа здесь ничего нету, и пошли дальше туда. Но они забыли про это чудо. XXX, 21 век чудо называется. Так, осколок фляги. Еще не все. Кушаем. Идем вот сюда вот. Здесь, по-моему, что-то будет. Ой, как воняет. Ой, как фанит. Ой. Здесь, во-первых, будут эти мутанты. Да, это очевидно. Молодец, все мимо. Как и было задумано. Я все делаю так, как задумано было изначально. Здесь у нас... Это яд, да, такой? Мало яда, мало. И вот здесь у нас нужен ключ камень Фароса. Я не помню, что здесь будет. Возможно, это фейковая стенка. Возможно, это фейковая секретка. Такое тоже бывает. Ты ставишь ключ, ничего не произойдет. Давай. О, наш здесь все-таки сюрприз есть. Что, никто меня не бьет, да? Ну, мимики очень редко в таких секретках. Кольцо ядовитого укуса. А, вот, вспомнил. Здесь будет кольцо. Это кольцо... Увеличивает довольно хорошо сопротивление яду. Но я его одевать пока не буду. Не хочу его носить.
Все, еще одну секретку разгадали. Блин, но ну мне надо будет сюда прыгнуть. Если я погибну, будет, конечно, не очень хорошо. Как же я не люблю это место, вы бы знали. Так, сюда иди. Из них, по-моему, выпадает мох. А, нет, цветок выпадает, да? Угу. Ты хочешь драться, правильно? Все, убили ее. Какое отравление, о чем вы говорите? Блин, а? А, еще один, да? Да я вот думаю, как же мне прыгнуть грамотно. Вообще здесь можно, по идее, просто... Ай, блин, я забыл кнопку нажать, вот. Видите, я сейчас почему не умер, да? Потому что здесь... как сказать, был... А, здесь было дно, да? Здесь есть дно, по нему можно ходить. Но здесь, видите, здесь внизу нету дна. Если я упаду, то я погибну опять. Не очень хорошо, что у меня это получается. Видите, он сразу сдох. Блин, а? Ну как же так? Надо, по идее, просто пробежаться, что-то я не могу сделать. Во. Ну, нормально. Все, запомните, будет вам урок. Просто пробег. Что же здесь написали умники? Слава, перекат. Передали привет Славе. Сейчас у нас здесь будут враги. Вот он, первый враг. Кстати, вот у них можно фармить эту фигню. Ой, как больно-то. Ты чё такой дерзкий? У них можно вот эти вот руки фармить. Видите, это клешни у них, да? Вот фармится это у них как раз. Вот, видите, вот они. Фокс. Ну, это все фигня. Ну, я их тоже смотрел на них, да? Я же думал, какую раскачку делать. Ага. Со спины хотела. Ох ты! Ох ты прокаст! Ох ты проказник! Блин, так меня сейчас еще убьют? А, все убили, да? Неприятный персонаж, неприятный. Хорошо, собираем осколки. Сейчас я подниму, скорее всего, буду стрелять сзади. Фигня это. Тяжелый арбалет. Ну, так себе фигня. Хотя, если собираться на силу, вот она. 3 раза, запомните. One, two, three. Вау! А теперь мы идем дальше, 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 дальше. Идем в следующую локацию. Ой, а времени-то у нас много. Ой, как много времени. Давайте тогда мы сейчас здесь закончим. В следующей локации мы опять продолжим, и там убьем босса. И, возможно, мы даже успеем дойти до Железного замка. И там я еще покажу вам секретки вкусненькие. Давайте до следующего выпуска.